Посмотрим, удастся ли следующей участнице поймать свою золотую рыбку или золотую кнопку. Меня зовут Инна Евтушенко, мне 34 года. С музыкой я связана в течение всей своей жизни. В 13 лет я уже первый раз была на рок-сцене. Я с 13 лет в рок-группе. Я очень сильно всегда стремилась к своей мечте. Но мама, конечно, сказала, что мне нужно получить твердое такое образование. Поэтому в 17 лет я поступила в физмат. Закончила физмат с красным дипломом, но без музыки не смогла, честно. На данный момент мама поменяла свое мнение. Она очень сильно поддерживает меня как музыканта. И вся моя семья, все мои четверо братишек и сестренок очень сильно переживают. Я думаю на самом деле, что сейчас они будут в шоке, потому что моя мама не знает, что я нахожусь на кастинге «Фактор Бай». Это будет для нее сюрприз. Сейчас в моей группе поддержки мой муж, моя доченька, а также приехали два супер моих любимых ученика. Они называют меня мать драконов, потому что я щепетильно за каждым звуком за ними слежу. И, конечно же, все мои ученики преследуют направление рок. Они будут поддерживать, кричать, болеть всеми своими мощами. Я думаю, что их будет слышно отовсюду. Вау! Вау! Покажи энергию своего голоса, написано на плакате. Энергия. На Инну. Здравствуйте все! Вы знаете, после того, как я выпустила песню «Made in Russia», все, что связано с... С гокошником? Да, да, у меня вызывает сразу же восторг. Вы откуда к нам приехали? Я приехала из Москвы. Меня зовут Инна Евтушенко, мне 34 года. Она темная, она брутальная, она испепеляющая. А какая она дома? В розовых тапочках, яишенку с утра? Дома? Она обычно на работе постоянно. Муж, иди сюда! Я сегодня буду исполнять песню группы «Rammstein» «Mein Herz brennt». Entschuldigung, mir bitte. Du bist fertig? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ein bisschen. Wo du hast es gelernt? In der Schule oder in der Universität? Ich habe in Novosibirsk Konservatorium gelernt. Расскажи что-нибудь еще. Так красиво у тебя получилось. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt und ich spreche besser Deutsch als Englisch. Verstehst du? Ja, ja. Ich habe verstehen alle. Жаль, что мы ничего не поняли. Но главное, что вы, девчонки, договорились. Это прекрасно. Это очень опасная песня, и язык очень опасный. Вопрос к дочери сейчас. Слушай, принцесса тьмы, а каково это, когда твоя мама такая вот крутая? На самом деле, когда с утра просыпаешься под «Rammstein» и вот это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, очень поднимает настроение. Дочка, проснись! Я просто в шоке! «Rammstein»! Офигеть! Давайте же, Инна. Я в предвкушении, боже. Офигеть, офигеть, я в шоке просто. Хорош. Nun, liebe Kinder, geht Weihnacht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz habe ich die Macht, die Augenlider zu
zu erpressen, ich singe bis der Tag erwacht, ein heller Schein im Firmament. Mein Herz brennt! Везет тебе. Только что позвонил Тиль. Сказал, что das ist gut. Рамштайн. Nicht gut, das ist sehr gut. Олечка, спасибо большое. Dankeschön. Ну, я, конечно, понимаю, что я душнил, но тут я не могу. Что? Так, нет, вы... Вот можете это запомнить, зафиксировать, ну, и в следующий раз не обижаться, ладно? Я очень хочу, чтобы попросили ее еще одну песню исполнить. Инна, на самом деле, сочетание... оперного голоса и рок-музыки — это очень круто. Я ожидал, что из кокушника пойдет огонь. Вот. Но огонь был, на самом деле, из ваших глаз такой невероятный, который, ну, не оставил никого равнодушными. Поэтому, да. Я тут краем уха услышал, что у вас академическое образование. А может, вы в этой манере или там что-нибудь можно вас попросить? Я вообще даже очень хотела бы тоже послушать вас. Что вы делаете с студиями? Они прямо вот слушаются у вас. Сомневался, но знаете, вот как мы тут привыкли слышать всегда ответы от нас там да, нет. Конструкция знаю. Из двух букв, из трех букв. Ну, у меня на ум приходит только две буквы, извините. Это Си. Да. Спасибо. Yeah. Есть. Спасибо. Я сейчас сделаю то, что, наверное, никто от меня не ожидает. Я не буду больше ничего говорить. Я просто скажу вам «да». Молодцы. Наша заслуга вообще. Мы напереживали-то. До встречи в лагере. Спасибо большое. Спасибо. Вы проходите дальше. Спасибо.